Блять, кот, ты можешь видеть прямо, а? Спасибо. Артём, давай купим домой собачку. Давай собачку домой купим. Купим домой собачку. Она такая хорошенькая, эта собачка. Давай ее домой купим, Артём. Собачка какая. Господи, пожалуйста, спаси и сохрани. Спаси и сохрани, Господь Иисус Христос. Зачем мы здесь? Предчувствие у меня плохое. Атмосфера здесь гнетущая. Здравствуйте, я могу вам чем-нибудь помочь? Что? Для этой категории уголовников, как правило, уже не существует никаких сдерживающих факторов. Ни моральных, ни материальных. Лишь только они оказываются за пределами колючей проволоки, на воле, как они тут же берутся за свое привычное ремесло. Вадим! А? Давай подпустим! Уже спина устала, ножки болят весь день, давление это блядское. Поехали давай, быстрее! Торопиться надо, братан, торопиться! Заказы прут! Не-не-не, я пить не буду, не-не-не, боже мой, не-не-не, я пить не буду, не-не-не. Я сейчас пью антибиотики мне, нельзя, не-не-не. Не-не-не, боже мой. Ой, мороз, мороз.